10 октября 2024 года. Рыболовный клуб «Зеленый берег». Друзья, и вот заканчивает у нас Сергей Юрьевич рыбалочку. Привет. Добрый день. Добрый. Расскажите, на что поймана рыбка? Поймана на пассив, на резину, на cool place. Стрейч, желто-зеленый в основном. И на актив, блесна, дохна. Семечка. Семечка? Да, это морковка на шартрезе. Со дна сверху? У меня все клевало снизу. Все снизу? Да, все поимки, все снизу. А на... далеко от берега так-то? Что? Далеко от берега? По-разному, если на пассив где-то метров 5-6, на актив и у берега в 2 метре брала, и на выбросе метров 15-20 брала. По-разному. Надо искать. Надо искать. А рыбалка, самое главное, доволен? Обязательно. Зеленый берег рулит. Так что, привет, друзья. Рыбка поклевывает. Ждем вас на водоеме.